Об этом роднике в Салахауле известно давно. Местные жители воду из источника называют серебряной и считают, что она обладает целебными свойствами. Вот только место до недавнего времени было невзрачным и малопривлекательным. Сегодня родник облагородили силами селян. А священники из соседнего мужского монастыря осветили источник и назвали в честь Пресвятой Богородицы, о чем свидетельствует подаренная священнослужителями икона. В будущем инициативная группа поселка Салахаул планирует создать здесь небольшой архитектурный ансамбль для привлечения туристов. Когда сделали, облагородили, вывели воду, почистили его там, полностью яму вычистили, чтобы она, и сейчас он лучше стал течь. Сделаем здесь часовню, чтобы такая часовня была, чтобы человек мог приехать и именно посидеть. Не просто пришел, постоял и ушел, а вот посидеть, такую капитальную, хорошую часовню. Ну, я думаю, этим летом мы начнем уже ее строительство. С этой целью, чтобы люди ехали к нам, знали, что у нас есть такие места. Такая достопримечательность станет очередной в Салахауле, а впоследствии уверены местные жители и местом паломничества. Как известно, этот поселок давно пользуется популярностью у туристов и в том числе славится своими святыми источниками. А местный монастырь здесь и вовсе называют русским Афоном.